так как у нас с коробкой все-таки есть проблемки. Есть предположение, что тяжело коробки, конечно, тащить. Хотя она без проблем мотор ее везет и машину везет. Наш паровоз тут у нас где-то примерно тонна 200, даже тонна 300, там еще барахла внутри. Эта штука 2 тонны. Ну, плюс прицеп. Не знаю, меньше тонны или больше тонны, хрена знает. Поэтому мы решили согнать вот этот вот легендарный автомобиль. Этот вот. И Леха погонит с ним своим ходом. Тачка-то на жирах, на новых тормозах, между прочим. Обратите это внимание. И мы попробуем проверить, даст это что-то или нет. Кинув 2 тонны с хвоста, Леха врубит свои сабы сзади, бахнет музла, и мы будем мчать в закат. В общем, так как у нас все как обычно, Акум в легендарном автомобиле, конечно, сел. Сейчас мы скинем его Стаунусу, который никуда не подходит, и размером он. И будем, как во всех видосах, ключами все это дело запускать. Итак, сейчас все будет как в лучших роликах в интернетах. Когда после этого должен проследовать бабах. Терпение. Секунду. Давай, das Auto. Давай! Volkswagen! Das Auto! Ну, конечно, что могло произойти? Какой-то треск в моторе. И вот это вот дизелек повод. А это Александр. Что скажете? Но места нет. Если он сдохнет, это будет выше. Это топ будет. И мы Таунусом потянем тогда его. А я говорил, что надежнее ехать на Таунусе. Так, на тему проставок. В регламенте там прописано о том, что колесо должно центрироваться проставкой. Но не написано, что оно должно центрироваться центром. Так вот, если все это дело интерпретировать как центрацию центром, то центр должен быть изготовлен с точностью до десятки. Иными словами, вот эти диски я сделал центра с зазором 5 соток. То есть вот через это отверстие туда щупик не пролазит. Иными словами, для того, чтобы эти все колеса менять, все эти центра...